17-20. Прават на нынешний величественный зимний. Она не только коллекционировала произведения искусства, но и посетила заключенных. Но от этого же капитанского причала начинался у нас в городе ежегодный традиционный праздник. Новосилье. Но так и не дождалась. Умерла буквально за несколько месяцев до завершения строительства дворца. И при этом жительница Зимнего стала уже... Да, именно из-за этих очень затопленных во время наводнений берегов. А первое наводнение в Петербурге случилось уже... назывался Николаевским. Вот от этого Николаевского моста стреляла Аврора. А вовсе не с того места, где она поставлена сейчас на вечную стоянку. Камеру уберите. Thank you.
Говоришь, что надо...